Сейчас пришло время нашей рубрики «В курсе». Расскажем о самых последних новостях в сфере экономики. Как показывают данные торгов, сегодня курс евро к доллару постепенно стабилизируется на фоне затишья на валютном рынке после изменчивой предыдущей недели. Более подробно о курсе валют расскажет моя коллега Мария Гладких и финансовый эксперт. Ну, для начала информация от Центробанка. Он, кстати, уже готовится к завтрашнему дню. Курсы валют пошли на понижение. Официальный курс доллара снизился на 16 рублей 35 сотых копейки. Поэтому на табло завтра увидим сумму в 40 рублей 88 копеек. Вниз стремится и евро. Его стоимость упала на 40 рублей 88 копеек. А это значит, что цена опустится до 52 рублей 12 копеек. Предлагаю об этом и не только. И вообще, вот если у вас есть какие-то накопления в долларах или в евро, поговорить с Максимом Зайцевым. Он все-таки у нас финансовый эксперт. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если есть сбережения, как их лучше хранить? Вот подходит ли вообще для этого золото? Вы знаете, есть такой стереотип, то, что золото – это как бы надежный инструмент в период кризиса, то, что оно растет, когда неблагоприятная рыночная ситуация. На самом деле практика показывает, что это не так. Мы можем, если мы посмотрим большую историю по динамике золота, мы можем увидеть периоды, когда там золото падало годами. И кроме того, есть такой один негативный момент, то, что золото, у золота обратная корреляция с долларом. То есть, когда доллар растет в большинстве валют, а сейчас мы это наблюдаем, то золото, скорее всего, будет снижаться. Поэтому, наверное, более интересный инструмент для сбережений – это все-таки депозиты, которые бы принесли какие-то проценты, то есть в каких-то наиболее надежных банках. И, наверное, я бы сейчас отдал все-таки предпочтение пока что валютным депозитам, потому что сейчас достаточно неопределенная ситуация. У нас продолжает расти отток капитала. Более того, если мы посмотрим, как рубль коррелируется с другими активами, то на нефть сейчас рубль не особо реагирует. То есть иногда даже когда нефть отскакивает, все равно как бы рубль продолжает падать. Ну, как бы на динамику за один день я бы сейчас пока не ориентировался. Поэтому пока что, наверное, я бы отдал бы предпочтение валютному депозиту. Спасибо огромное. Ну и как раз говоря о валютном депозите и о том, где лучше всего, наверное, приобрести валюту, ведь к этому часу дешевле всего доллар можно купить в торговом городском банке. Всего за 40 рублей 18 копеек. А меньше всего евро стоит в Апреско-банке. 52 рубля 55 копеек придется отдать. Между тем, продавать американскую валюту надо в Международном расчетном банке за 41 рубль 9 копеек. Кстати, там же выгодно купят и евро за 52 рубля 50 копеек. И хотелось бы также отметить, что эта информация прежде всего касается не тех, кто какие-то огромные суммы собирается приобретать, а для тех, кто собирается покупать до 1000 долларов или евро.